Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, больной. На что жалуетесь? Ой, доктор, у меня много разных жалоб. Ну, давайте по порядку. А не боитесь? Ну, почему же я-то должен бояться? Ну, смотрите, вы сами попросили. Значит так, доктор. У меня спину ломит, рука ноет, нога хрустит, бок саднит, голова гудит, ухо стреляет, глаз дергается, челюсть сводит, в горле першит, лоб чешется, в носу хлюпает. Что мне делать, доктор? О, ну, этому легко помочь. Знаете что, мой дорогой? Повернитесь, дверь откройте, сразу прямо вниз налево, там направо, коридором, там три двери, вам вторую, после прямо вниз на лифте, вверх пешочком из подъезда. Выходите и потом куда хотите, и подальше от больницы. Все понятно? Да, спасибо. След.